Глава региона рассказал, что подозимые зерновые в этом году, так же, как и в прошлом, занято 1,5 миллиона гектаров. А вот под рис, сахарную свеклу и сою в этом сезоне планируют выделить участки больше привычных. Несмотря на рост цен, семян в регионе сегодня достаточно, отметил Ткачев. Однако некоторые их виды до сих пор импортные. Чтобы изменить ситуацию в крае, построят новые селекционные центры, а также усилят работу научно-исследовательских институтов. В столице губернатор провел несколько встреч. В Министерстве образования обсудили программу капитального ремонта спортзалов в школах. В 2015-м на Кубани их планируют обновить более сотни. На это понадобится около 300 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт раздевалок, душевых, а также на закупку спортивного оборудования. К слову, по этой программе за 4 года в крае удалось привести в порядок около 480 залов. А вот в Минстрое России коснулись темы переселения из ветхого жилья. Александр Ткачев рассказал, что по краевым программам до 2017 года в новые квартиры должны переехать более 4000 человек. Для этого из 3 уровней бюджета выделено почти 3 миллиарда рублей. Сейчас завершается очередной этап программы. А до конца этого года краевые власти планируют расселить почти 10 тысяч аварийных квадратных метров.